Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую беседу с посетителями регистрационно-экзаменационного отдела. Граждан призвали соблюдать правила дорожного движения и носить на одежде световозвращающие элементы. Согласно статистике, каждое третье ДТП на территории региона связано с наездом на пешеходов. Осенью и зимой темнеет рано, ухудшается видимость. Браслеты, брелоки и другие элементы с эффектом возвращения света помогают стать на дороге заметнее и могут спасти не только здоровье пешехода, но и жизнь.